Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем номер 474. Является ли дробь положительной, отрицательной? Давайте выпишем все эти дроби и по каждой из них еще раз проговорим. Итак, первая дробь А. 3 пятых. Это положительная дробь. Б. Дробь числителя минус 5 в знаменателе 9. Один знак минус – это отрицательная дробь. В. Числители 4 в знаменателе минус 3. Один знак минус – это отрицательная дробь. Г. 0, деленное на минус 1. 0. 0 – это число, которое не является ни положительным, ни отрицательным. Дробь. Числители минус 6 в знаменателе минус 8. 2 минуса. Значит, это положительная дробь. Е. Минус перед дробью. Минус 1 в числителе, 3 в знаменателе. 2 минуса. Это положительная дробь. Ж. Минус 7 девятых. 1 минус. Это отрицательная дробь. И последнее. З. Дробь числителя минус 9 в знаменателе 17. 1 минус. Это отрицательная дробь.